С помощью тревожной кнопки удалось спасти жизни 93 ветеранов. Система запущена группой компании «Самрук-Казына» в начале этого года. Участники войны получили мобильные телефоны, снабженные специальной кнопкой вызова. При ее нажатии сигнал поступает в центр медицинской помощи. В этот момент оператор получает индивидуальную карту абонента, на которой расписана вся его симптоматика, вплоть до аллергии на лекарственные препараты. За 5 месяцев работы ветераны воспользовались тревожной кнопкой 500 раз. Мы физически не успели охватить всех ветеранов, то есть их 4700 человек, но только по той причине, что они отсутствовали у себя дома, их физически не было. И, конечно, с помощью организации ветеранов мы сейчас отрабатываем этот вопрос, чтобы на месте, в областях, чтобы мы могли уже найти всех оставшихся людей. Все остальные, они не просто получают и довольны, а они пользуются регулярно. Ну, настолько регулярно, что иногда даже, ну, можно так сказать, балуются, то есть вызывают, проверяют, вы нас слышите, вы точно с нами на связи или нет, ну, приходится общаться, помогать им.